Играешь в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Загляни в эту группу по прокачке. Группа новая, поэтому здесь такие низкие цены. Также группа запустила конкурс на 30 пакетов прокачки. Всего два условия конкурса. Сделать репост к себе на стену с записи о розыгрыше и подписаться на группу прокачки. Не упусти шанс выиграть прокачку. Ссылка в описании. Привет, народ, или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня я покажу крутой глич на копирование тачек. Если ты хочешь больше гличей, то поставь лайк, подпишись и напиши коммент, ведь наша цель 500 подписчиков, думаю, это нам посильно. Погнали. Итак, вы должны в одиночной кампании поставить свободный прицел для консоли или помощь в прицеливании на ПК. Далее мы прогружаемся в онлайн, а в онлайн-сессии у вас должны быть прежде всего бункер, внутри бункера у нас должно стоять автохранилище, а в самом хранилище машина, которую вы будете копировать. Лучше всего копировать в качанную ИСИ. Также для этого глича вам понадобится зал игровых автоматов, и также чтобы у вас там был куплен гараж. Внутри этого гаража должна стоять машина, которую вам не жалко потерять, например, обычная Элегия. Итак, как только мы прогрузились в онлайн, бежим в автохранилище. Далее мы выезжаем на ИСИ в бункер и ставим ее как угодно. Далее выходим из бункера. После того, как мы вышли из бункера, становимся шефом организации и вызываем вертолет Buzzard. Только ни в коем случае не вызывайте личный транспорт. Садимся в Buzzard и летим в наш игровой зал. Выходим из вертолета и бежим в игровой зал. Далее мы должны бежать в офис. Открываем дверь с мадам Назар и далее бежим к барной стойке. Далее вам нужно открыть меню паузы, затем входим в раздел «Сеть», «Банды», «Список лидеров», и там вы выбираете любую банду. Далее мы открываем поиск участников и выбираем рандомного игрока. Первое сообщение вы подтверждаете, а второе вы отклоняете. Далее нам нужно нажать «Е» или крестовину вправо, смотря где вы играете. Далее также переходим в меню паузы и выбираем криминальный набор преступной организации. И сидим где-то секунд 5. Позже выходим. Далее нам нужно перейти в раздел «Дела», «Начать дело», «Созданное Rockstar», задание и начать титаны одно дело. Далее у вас появится ошибка. Вы ее подтверждаете. Далее ваш персонаж зафризится. Чтобы разморозить камеру, вы должны зайти в набор акула. А если вы на ПК, достаточно свернуть и развернуть игру. Далее вам нужно разморозить самого персонажа. Чтобы это сделать, нам нужно войти в меню паузы и открыть криминальные наборы преступной организации. Далее листаем ниже до вкладки оружия. Заходим туда и нажимаем укороченный гранатомет. Далее нажимаем эту кнопку. И наш персонаж размораживается где-то на секунд 10. И вы бежите в гараж, где стоит машина, которую вам не жалко потерять. Например, обычная Элегия. Но как только вас снова заморозит, вы повторяете все то же самое до тех пор, пока не добежите до машины.
Как только вы добежали до машины, садимся в нее и во время анимации нажимаем Е или крестовину вправо. После того, как вы нажали эту кнопку, вы должны спамить кнопку газа, и у вас должен пропасть персонаж, и вы должны появиться на улице без машины. Если вы добились этого, направляемся обратно в бункер. Как только вы прилетели в бункер, вы увидите машину, которую вы оставляли ранее, если вы сделали все правильно. Садимся в нее и едем к ПКП. И нажимаем Е или крестовину вправо, чтобы заменить транспорт. И ваш оригинал улетает в гараж игрового зала, а дюб остается в ПКП. Далее вы можете продолжать дюб, или вы можете ехать продавать свой дюб прямиком в Лос-Антос Кастомс. Дюбы Иси, прокачанные на арене, стоят 1,7 миллиона долларов. А это довольно неплохие деньги в мире GTA. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте про лайки, подписки и колокольчики. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.